Я запиваю квасом, пивом, тоником, скверно. Как верно, да, уже стали читать. Понятно. Давай, скажи. Да ладно, блядь. Серьезно? Да. Ну, поштарин. Тас. Ой, пока. Да, серьезно. Теперь тоже видим. Ясненько. Понятненько. Field the official, блядь. А ты чё вскрикнул? Я? Нет. Я не кричал. А, спрыгивал? Секучка, блядь. Спрыгивал? Угу. Он у меня. Очень странно. Секучка, главное, у нас сработала. А у тебя это где? Это, ну, та машина, кстати. Ну, парковка где? Левый угол. Он меня бросил. Я ему не понравился. Наверное, к вам он пойдет. Сюда возвращается. Угу. Тарасина, блядь. Он в халде бы долечиться еще. Ну, в смысле, попшикаться. А он его тоннель. Правильно, зачем бегать за сильным сурлом, да? Действительно, блин. Рано или поздно придется и за ним побегать. А слабее он не станет. Я догадываюсь, когда прибежит. На себя намекаешь? Да нет, слушай, он сюда идет. К мейну близко. Я спасу. Осторожно, ушел туда, видимо. Он ко мне пошел, походу. Возле какого-нибудь. Где ты? А, сейчас вижу. Где он? Так классно, возле дочери. Не дает снять, да? Да, что-то подано, кому интересно. Я не успею нихуя. А, он слился. Ну, я его не осуждаю, честно говоря. Видя, как над ним издевается Вискас. Я хоть кому-то помогла? Конечно. Просто проверку пропустила. А, не, не помогла, смотри, так и душит Ярика. Ну-ка такая. Если что, будет, это чуть пучка будет. Это плохо. Если что, ты сейчас ваншотный будешь, вот это плохо. Ну я так ваншотный. А, ну кстати, да. Ой, я падаю, карточка падает. Блин, не успею, да? Не успею. А, тут кого-то у кого-то одного взорвется. А чего не чините? Ждем секучку. Не у меня. И не у меня. А, не секучка, серьезно. А чё это было тогда? Ну, ты говорю, ну, к левому углу. Левый угол машины. Да, он у меня. О, это прикол, да.
дверь стоит. Так, я их повеси маленько. Эй, человек. А он укрепка, Катя. Да. Когда это, блядь, меня останавливало? Окей, снимай это, дочини. То есть. Осторожно, он, кажется, типа, в твою сторону немножко. Я его вообще не вижу. Сушка сутулая. А это за мной. Блять, ну что ты будешь делать? Не вижу. Ты с осколком, Ярик? Да. Савчик. Но он-то не знает об этом. Что это было, Вест? Вест, он просто был в ахере. Хуйню сотворил. Так, а мейн не чиненный у нас, да? Чиненный. Чиненный. Блёха! Ты какой чинишь? Рядом с лачугой. А вы рядом с мейном, да, Ярик? Его бы перебатить, конечно. Я в мейн. Ты как, Ярик, держишься? Да. Бросил тебя, что ли? Нет. У него окно... окно заблочено. Бамбузил, что ли? Да, перебасил. Наверное. Или перепрыгнул? Нет, 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 бамбузил, вроде. Вышла, нет? Видимо, секучка снимает, он наверху не снимает. У тебя осколок вышел уже, да? А нет, нет, я осколок. Блин, ну ты ж говорил про него. Да не могу. Если был, то вот, вот, стёр. Темпит меня на втором этаже. Ну я иду снимать, похуй, надо размениваться. Что там, Катя, откроешь правый? Не, левый. А, слева тебе, вот. Вообще, прямо против меня, Игорь, ворота есть. Что? Ой, до сих пор там медленно. Бля. Заигрываем, да? А, мента что ли? А, нет, оказалось. А где ворота, Кать? Ну вот напротив Ярика, где он висел. Беги прям, беги прям, беги прям, прям. Там прям вот. Бежишь? Блять, да он здесь. Где здесь-то? Беги! Игорь, где ты? Бегай, Кать, группу на люблю. Мне бы еще, блядь, ну... Ну, Игорь, где ты? Так, почему я, тебя тут нет? 4%? Какого фига? Вескар! Хули ты-то пришел, блядь? Кто тебя ждал, нахуй? Куда меня несешь? Искусство еще что-то? А, Игорь, ты можешь там оставить, типа, да? Ничего себе, звук какой. Все, Игорь, уходи. Виси. Да какой виси, блядь? Че тут серьезно, он кемпит стоит. Из кемпит, виси. Ты ваншотный! Нет, нет, пусть, пусть. Пусть он снимет, проще, Катя, пусть. Ворота посидит, ворота посидит. Че вы делаете? О, Игорь, Игорь спрыгнет, так, Игорь спрыгнет. Это надо, конечно, его поднимет. Блять, иди. Поднимет? А. Все, вижу, все. Все, короче. Если повезет, Игорь, это победа. А, он еще на гибкости побежит, короче. Все понятно, Игорь, спрыгивай давай. На гибкости просто в окно и... Хорош! Добегаешь? Да, да. Умница. Мощник. Я забаговался. Он-то не ждал освобождения.
В смысле, я же полностью использовал аптечку. Да. Там всегда на писечке остается. Обидно вот сейчас было. Ты обратишь внимание, если себя выхилишь, и потом тебя опять ранят, у тебя все равно будет активная кнопка лечиться аптекой. Ты ее нажмешь, она через полсекунды исчезнет.